Прием, прием. Здорово всем, с вами Хилл Херц. Это у нас игра Bleak Face Forsaken. В общем-то, брал перерывчик. Сегодня у меня уже 19.03, и я полон решимости попробовать попытаться пройти игру. Я, честно, постараюсь не гореть, честно, честно. Не знаю, насколько хорошо это получится, но давайте сделаем это вместе с вами, вместе с нами. Слушайте, я, по-моему, не в ту сторону телепортировался. Да, я определенно не в ту сторону телепортировался. Нужен Desert Mirage. Гватари посоветовал, говорит, Владу, скачай последнюю версию с патчем пиратскую, но я такую не нашел, так что будем играть на том, на чем есть, как говорится, потому что большего нам и не надо, правильно? Правильно. Давайте постараемся дозавершить сегодня. Я искренне постараюсь не ругаться, потому что последние видосы я ругался и прям даже некрасиво пересмотрел видео, где я, короче, не мог пропрыгать, господи, такой кринж, просто шок. Стыдно, стыдно самому. Мне там, конечно, написали то, что, братан, это из-за того, что у тебя вес такой, а не сякой. Я не согласен в корне с вами, потому что у меня всегда одинаковый, скажем так, вариант веса был. Так что вот. И также мне еще сказали, как перебилдиться. Сейчас мы дойдем до какого-нибудь телепорта, и я попробую это сделать. Если мы, конечно, сможем сделать как надо все. Тихо, тихо. Вижу проход, цель вижу, препятствий не вижу. Билку бы включить на самом деле. Так, то, что красненький бежит, это очень плохо. Точнее, черный. Или это простой? Слушай, это, по-моему, обычный. Может, я их убью, дамы и господа, как думаете? По-любому придется принимать бой. Давай, собака, ты простой? Слушай, нифига он не простой. Он убийца какой-то. Ни хрена себе он убийца. Полегче, полегче, полегче. Нормально же. Блин, убийца какой-то. Ну, короче, чудесным чудом я тут все победил. Давайте постараемся здесь залутать все, что есть. Мне опять же немножечко в комментариях написали, что делать, куда идти. Ни хрена себе, за что огромнейшая, разумеется, благодарность. Ничего себе проджекторы летят. Безграничное количество на проджекторами стреляют. Что-то как-то сам... Ой-ой-ой, зря я сюда пошел, зря, Владос, ты что сделал? Нормально же общались с тобой. Может, я запутаю его? Тембент очень красивый. Твою мать! Мне, походу, заново тут пробегать придется. Это черный. Это опаснейший, знаменитейший убийца. Убийца-убивака. Насильник-забивака. Так, будем сейчас что-то думать. Может, они тут застрянут? Я был бы этому очень рад, если честно. Блин, он вытащился, он высвободился. Тот застрял, а этот не хочет. Просто полчаса на красных рыцарей потратил. Еще сейчас на этого полчаса тратить. Совершенно не хотелось бы. Может, я запаркурю быстро? Пожалуйста. Очень надо. Блин. Слушай, ну раз я этого смог обмануть, я думаю, этого тоже получится оставить здесь где-нибудь неудел. Сейчас это тактикульно. Он сану сюда разок, сюда разок. И он застрянет, я уверен. Блин, он уже здесь. Он просто читает меня как открытую книгу. Нельзя. Я отстал. Повезло, бежим быстро. Эй, дурачок. Ты разговорчивый? А, так все, они вообще никакие. Давай смотреть, что у нас. Пацаны, можно я с вами на превьюшку сфоткаюсь? Или не буду, не знаю, не уверен. Так, это у нас Ring of Extinct Talent Handler Echo. Это, походу, какой-то новый weapon type. Torch Archaic Axe. Щемитар. Щемитар мне, кстати, дали. Слушай, так это, походу, можно Dual Wield сделать. Но я этого, разумеется, делать не буду. Но если что, можно. Equip Primary Main Height. Это Two-Handed Big Axe. Нет, можно мне сюда, пожалуйста, факел? Торч, секондари, вот так вот. Во, теперь хотя бы будет. А я сюда. О, киношка, киношка. Смотрим. Я не смотрю. А, hold to skip. Слушай, походу баг поймал. Блин, что делать-то? А, не, нормально. Снова без музыки. Люблю катсцены без музыки. Это, знаете, не знаю. Как же он громко сказал. Я испугался. Remember to trust your blade. You will need it more than ever.
Ну, я так понимаю, дело сделано. Включается Sexy Ambient. Не, меня не надо убивать, пожалуйста, очень не надо, я просто умоляю. Я хочу лутануться. Ни хрена себе. Как с ними драться вообще? Что громко-то. Ну что, мне, кстати, за червяка дали талант или нет? Nice level design, bro. Я люблю, когда все хорошо. Ваха, куда идти-то? Гомункул сделаю, что-то мне сыкотно. Там очень далеко идти, с вашего позволения, я оставлю его. Чтобы у нас хотя бы какой-то шанс был. Это кольцо дали опять? А, да, и мне Гватари написал, что я... Я реально, короче, увеличил. Нифига себе. Слушай, а что у меня за кольца? Attack Power, Ring of Brilliance. Давай вот на это, может, поменяем. Amulet Delay. Минус. Вот, минус нужен. Кейп. Эквип. Спереди надел, что ли? Weapon Damage as Flux. Delay. Давай, Эквип. Right, по-моему, было. Надел ли я его? Attack Power. Left, значит. Теперь давай опять Brilliance искать. Decay, Potential, Travel, Desire, Stamina, Lifesteal, Colossus, Potential, Lifesteal, Entropy, Else. Что значит Command? Delay before... Плюс, но плюс нам не нужен. Agility, Sharp, Armor, Penetration, Strange, Giant, Recovery, Intelligence. Я не могу понять, подожди. Так это амулет. Ну это отстой вообще. Вот, equip. Left hand, давай глянем. Реально спереди и сзади, короче, надевает. И теперь нам нужно амулет поменять на что-нибудь более полезное. Max points, не знаю, chance to sell, ring, cape. Амуль. Stamina recovery per second. S-flags давай попробуем. Не знаю, насколько это эффективно вообще будет. Что хпшка делать? Подожди. Папаня, что с лицом? А, еще мне сказали, что я могу крафтить какие-то штуки, расходники. Улучшалки, но, видимо, не могу. Загрузка локации, что ли, произошла в этот момент? Слушайте, а мог я босса пропустить, как думаете? Давай все сложим, быстрее будем бежать. Слушай, так это ж финалочка, нет? Как эта локация называется? А, я не знаю, как это место называется, подождите. Слушай, да чего это стильно выглядит, народ? Это прям шок по стильности. Я, наверное, с вашего позволения назад быстро сбегаю. Блин, и мираж делали. И как это место-то называется? Я ж теперь без понятия. Аномали. Окей. Ну, пойдем сбегаем, ладно. У нас уже точка телепортации есть, anyway. Что за билка? Ух, ни хрена себе. Ни хрена себе, папаня, ты шо? Это просто оружие мужчины-машины. Жестко. Блин, если бы я такой мощью обладал, мама мия. Я не знаю, я могу теперь ему опять сделать? I don't know, I'm not sure, мазафака. Банки флаксов надо еще заиметь, было бы на самом деле неплохо. А если она мне, слушай? Да. Я ее выпью. Верну обилку и на ком-нибудь ее затестирую обязательно. Выше такой гигаурон. Я просто не могу остаться невоспользованным. Давайте попробуем сбоку обойти. Мне кажется, здесь какие-то ништячки могут лежать. Но я уже все-таки хочу проверить, чтобы сюда ни в коем случае не возвращаться. У меня фонарь забаговал. Вон там кто-то флексит. Кто это? Кто это? Это большой огромный парень.
Давай пробуем. Твою мать, не та кнопка. Я обосрался. Тут очень большой кричит. Мне страшно, когда кто-то большой. Я не могу его в лак цели взять почему-то. А, ну так тут тупик. По всей видимости и невидимости. Ясно. Тогда респавн делаем. Лагерь, не знаю, что это значит. Ну, надеюсь, что мы отправимся в точку последнего сохранения. Ну да. Перк есть. Сказали, можно заменить. Гватари сказал, можно заменить вот иллюзиониста. Как? Collect C Return. Не могу, что ли? Гватари, походу, не могу. Не знаю, как это сделать, по крайней мере. Моих полномочий здесь, как говорится, not enough. А, это босс. Well, well, you made it through. As much as I hate to elevate your spiteful existence to the height of the truth, this is where we are now. Ever since you've joined us, all you've done is fulfill the goals of that disgusting administration you work for. The mundane pursuit of tasks is all you know. And this crusade against that apostate filth at the gate is just a backdrop to your performance. Yet the anomaly is a blessing I will not let slip out of my hands. For it is instrumental in aiding the God Emperor. Noble is he, and eternal, to finally transcend. Nothing will stand in that path, I assure you. Not the Serdars, not Yaroslav, and definitely not you. A dog that obeys by reflex instead of will. We both know you never quite die, so you'll at least find out what an eternity of pain is made of. Good thing you have no name. Those make for the best martyrs. Ну давай уже драться, что ты тут мне рассказываешь? Чуть такое. А зачем мне все темным сделали? Ух, ничего себе. Это что за... А чё я тягать что не могу? Ту, столько пафоса, а урона ноль. Уже ничего себе в нем хп. А я могу эту штуку убить как-нибудь? Нет, никак не могу. Так, сейчас я поменяю на доспехи свои старые. На пушечку свою топовенькую. Вроде бы, казалось бы. Опять баг с ним, со светом. Ну что за... Ладно. А, вроде бы, казалось бы. Недалеко босс, правильно? Ну так... Пожалуйста, дайте возможность мне ближе к нему появляться. Нет, разработчик говорит, нифига, братик. Ты не представляешь, во что ты ввязался. Так что... Можно будет гомункула поближе поставить? Я был бы рад, если честно. Конечно же нет. Обилка забаговала. Видите, я могу старое использовать. Ни хрена себе. А ты точно человек с таким-то уроном, дружище? А почему с топором я меньше наносил? Почему-то половину так использовать не могу. Волшебник какой-то хренов. Я не понял. Меня что-то застагерило, и я не мог двигаться. Такой голос томный, прям, знаете, без интонации. Мужчина познал дзен.
А где хилки? Подожди, а почему хилки-то не увеличиваются? Уж-то они опять кончились. Да пожалуйста, нет. 36, а почему же они не восстановились? I don't know. Есть у меня что-нибудь? Damage Technomancer. Increase damage done. Technomancy. All damage done на 30%. А я крафтить должен. А то, что с собой есть. С собой какая-то хрень есть. Нет, это все могу крафтить. Так, а что в инвентаре есть? Инвентарь можно? Бэкпак. Расходнички. Угу, про свечение как раз-таки рассказывали. Capacity. Blunt Armor Rating. Damage done. Technomancy. Agility. Max Health. Is damage done by Technomancy. Блин, прикольные штуки. Ну не знаю, мне кажется, я в слюного завалю. Если, конечно, пойму, как с ним драться. Блин, ну как же он дамажит-то? Просто трында какая-то. Походу, нам нужен шмот на дефенс вот от этих всяких залупных умений. Магических. Сами видите, дерут просто во все щели. Может, с лука попробовать? Что думаете? Посмотрим, насколько вообще возможно с луком. И возможно ли вообще. Вот так, по-моему, нельзя. Да, нельзя, жаль. И это урон? Это же шутка какая-то. Просто не понимаю, откуда у него столько урона. Блин, жесть. То есть я банально ничего сделать даже не могу. Настолько все быстро происходит. Настолько он молниеносен и поносен. А-а-а, это не баг освещения, это, короче, какая-то структура солнца заслонила. Ни хрена себе. Даже круче, чем я мог предполагать. Почему персонаж у меня лочится иногда? И атаки не совершает. Ну, как говорится, может быть, давайте попробуем переодеться. Пришло время переодеться. Хотя у меня броня не качанная. Я не знаю, насколько это вообще возможно. Брам, так, мне бы, пожалуйста, на... Сейчас бы найти бронь подходящую. А подожди, неужели никакой нету дамажки, чтобы она давала... Какой-то там был резистанс, помните, был у меня? В самом начале мы еще начинали, вот, Technomancy Resistance, вот, Zealot. Давай попробуем полностью full set Zealot'а. Оу, щит, а где же full set Zealot'а? Давай тогда, equip. Zealot, что-то я нажал. Zealot Legs, вот, давай, equip. Neblar Helmet, не, мне Zealot нужен. Наверное, выше. Zealot, вот, equip. Zealot, equip. Ну, я думаю, пока что это лучшее, что мы можем сделать. Пойдем попробуем в фуллайте. Просто секси-шмекси лайт мужчина идет натягиваться. Посмотрим вообще, возможно ли это. Ну, а если нет, то я буду использовать свои суперсекретные методы, о которых вы, разумеется, ни в коем случае не догадываетесь. Шо, петушок, давай. Ни хрена себе броня держала урон. Ладно, игра, окей, давай я что-нибудь выпью. Раз ты так убедительно заставляешь меня просто, иначе я это не могу объяснить. Да, понятное дело, броня не прокачана, шмотки нужно проапгрейдить до МК-4, и, возможно, будет счастье. Но я хочу попробовать так. Так, бэкпэк, пожалуйста. А что у нас есть тут? Стрэнджа, конечно, хорошо. Blunt Armor. Мне нужно...
Blunt Armor Rating, Increase Maximum Lung Capacity. Damage done by Blunt. У меня не Blunt. Интеллект тоже мне не нужен. Да все хрень на самом деле. Давай попробуем. Belt 4, допустим. Damage done by Technomancy. У меня нет Technomancy. То есть вот так я делаю, вот так. Хопа, сюда. Никакой анимации того, что что-то у меня действует. Нет? Ладно, окей. А, смотри, справа снизу какая-то хрень еще появляется. Ух, нифига, я задефенсил, что ли? Нет, слушай. Короче, очень странно. Что-то я совершенно не понял, что произошло. Если честно. А если я... Так, потому что у меня... Плечи еще нужны, да? А, давай попробуем найти зелотские плечи. Я даже не знаю, насколько это логично. Я не знаю, как выглядят зелотские плечи, к сожалению. Пам-парам. Может быть, все равно попробовать слетать и улучшиться? Давай попробуем. Блин, да чего же громко звук перемещения по вкладкам меню сделан? Я никогда не привыкну к этому, наверное. Мадемуазелька, позвольте мне улучшиться. Оу, май, синхронайзд на 100%. Давай сюда. Ну, уже игру скоро, наверное, пройдем. Так, хорошо. И, допустим, пуха я хочу. Upgrade item, yes. Upgrade item, yes. Тан-та-тан. Давай посмотрим, что я могу воткнуть. То есть... Crystals, Chance Inflict, Silence. Ну, на самом деле хрень, мне сказали стринжу надо запихивать. Техномантия 5, ну и критые, да, кстати. Может критые лучше? Но все на критые делать? Давай все на критые, допустим вот так. Окей. И теперь я хочу сюда Embed Crystal. А, так я могу, слушай. Я охренительно могу затехноманситься. То есть я могу апгрейд, фули апгрейд, техноманси, резистенс, асепт. Получается раз, я допустим еще могу, ну что я хочу допустим? Допустим перчатки, правильно? Давай, апгрейд айтем, yes, апгрейд айтем, yes, апгрейд айтем, yes. Теперь я могу embed crystal, раз, два, три. Теперь я могу еще раз апгрейд айтем. Доллары кончились, блин, Сережа. Ладно, anyway. Я теперь выйду. Я теперь, знаете, что сделал? Я, наверное, наденусь. Получается, перки я оставлю. Я надену. Шлем у меня топовый. Лексы я надену, эквип. Потом я наделаю тельца, эквип. И, по идее, у нас нормальный такой вариант стринжа. Раньше саминов, люкс. Можно еще попробовать низ улучшить, если она позволит, конечно. Так, давай теперь низ улучшим. Нет, наверное. Не, здесь получилось. И теперь Embed Crystals. А, так я мог... Идиот. Господи, я просто дурачок. Давай Strange Accept. Получится улучшить? Нет. Ладно, давай пробуем в таком сетапе. Я очень неплохо, мне кажется. Не-не-не. Continue. Погнали, попробуем таким сетапом. Возможно, получится. Вроде хорошо постарался. Так сказать, постарался со всей силы. Можно, конечно, еще и урон улучшить. Но для того, чтобы увеличивать урон, нужно немножко приловчиться к боссу, сами понимаете. Просто к вопросу о том, ну что, вообще стоит ли честно в эту игру играть.
просто телепортировался, босс не загрузился. Ну, бывает, ну, что-то, ну, по делам отошел, видно, мужик. Господи, ну, что тут непонятно-то вам? Проблемы какие, Владос, что ты это начинаешь? Нормально делай, нормально будет, правильно, правильно. Вот снова я как будто в геодате застрял. А, или это они меня как-то тормозят, слушайте. Может, это какие-то они обилки используют секретные? Техноманси Penetration. Понимаю, понимаю. Техноманси Penetration. Сюда идет. Ага, ага, сейчас. Так, господа, дело сделано. Вот, дело сделано, это, конечно, здорово. Сейчас я вам все расскажу. Не знаю, забаговало ли все это, либо не забаговало. Я хочу сказать, что я искренне не представляю, как этого босса пройти без читов. Я с читами, я не мог его с читами пройти. Он меня постоянно убивал. Битва длилась, ну не знаю, минут, наверное, 7, вот, чтобы не соврать. Это просто невозможно. Здесь, короче, есть один мир, потом есть другой мир, черно-белый. Постоянно лагает камера, постоянно гигалиард проджектайлов. Я искренне не знаю, как его убивать, честно. Хотите, пинайте меня, хотите, не пинайте. Хотите, пишите плохие комментарии. Я просто в корне не согласен с тем. Почему так мало? У меня же много резиста. Я в корне не согласен с тем, что этот босс вообще имеет право на существование. Это такой кал, которого вообще не должно существовать. Вы уж меня, пожалуйста, извините. Вот, все сказал, читы отключил, так что давайте двигаться дальше. Неинтересный босс, он постоянно лагал, он постоянно двигался, перемещался, постоянно спавнил какие-то штуки, постоянно какие-то проклятия вешал, и еще музыка на нем лагала. Может быть, конечно, с патчами его пофиксили, но вот в текущей версии, я честно, ребят, ну просто не представляю, как вообще можно в это поиграть и победить данного босса. Искренне не понимаю. Опять же, надеюсь на ваше понимание. Давайте посмотрим, это будет финальный босс или нет. Просто я реально у Техноманси, ну, резистент, смотри, все как надо. То есть, как минимум, у меня дофига процентов. Может быть, я где-то не там посмотрел? А, Penetration, подожди. Я не знаю, где. И по факту у меня 1.60. Как вот это понять? То есть, все, что я это сделал... Она, походу, просто не работает, ну, чтобы вы понимали. Потому что как он меня шотнул с одного удара, так он меня и шотнул. Так что какие вообще ко мне могут быть вопросы, дамы, мать его и господа? Так что давайте двигаться дальше. Надеюсь на ваше понимание. Мам, а что так жестко выглядит-то? А сколько я тут тысяч лет буду ходить? Серьезно, по этому лабиринту идти? Да ну не, это же, наверное, шутка. Хотя, походу... Я там могу пролезть или не... Нет, я там не могу пролезть. Это лестница? Походу сюда, слушайте. Сосед стучит. Походу лабиринт. Хотя бы здесь я с прыжками совладал. Если сейчас здесь действительно до босса придется лабиринт проходить... Не, это сейчас не шутка. Да, какой он красивый. Слушайте, здесь, походу, реально лабиринт до босса. Интересно, им кто-нибудь сказал, что это немножечко сомнительная реализация вот их проекта? Что это далеко не самое лучшее решение, которое можно было бы придумать?
Я бы по возможности, конечно, просто бежал. Не тратил бы время над этих работяг маленьких. Ведь даже никакой ориентации нет, что самое печальное, понимаете? Все, прекрати уже бить. Чтобы я хотя бы как-то минимально мог понимать, куда же мне все-таки двигаться. Так, это тупик, походу. Просто знаете, вот видели бы вы сейчас мое выражение лица. И я просто... У меня просто слов нет. Я пришел. Зачем он прыгнул? Это типа... Как в Dark Souls 2 было, он в дырку упал в самом начале, а этот в самом конце падает. Блин, хоть бы титры пошли, пожалуйста.
Я не знаю, у нас зависло или так и должно быть. Если вы думаете, что мне хотя бы что-то понятно, то мне вообще ничего не понятно, народ. Я требую лореведов, знатоков сюжета, чтобы они мне хотя бы чуть-чуть пояснили за лор. Потому что, как по мне, это такая дичь, такая срань, что просто попадня, я лучше пойду Бладборном обмажусь, а не вот это вот все. Отлично, да, понятно, куда идти. Хорошо. Ради чего была необходимость мне перемещаться? Как меня калит, что абсолютно нет звука вообще никакого. Могу идти вот туда, могу сюда пойти? Или с этим я уже провзаимодействовал, теперь надо к палке. Дайте я кое-что выключу. Прошу прощения. Так это не конец еще, что ли? Оксиген? В смысле, мы под водой? Меня просто ноль идей, ноль эмоций от увиденного. I must admit, I am. I did. What if? I don't know if it is fear or excitement. Ну да, улучшает. Так, вариантов-то пока больше нет, да? Что-то здесь, видно, произошло, поменялось. Exactly не понимаю, что здесь произошло. Просто даже не понимаю, конец это, не конец это. Теперь это те, которые в катсцене были, да? Походу не конец, нифига, народ. Думаю, серия и так насыщенно вышла. Давайте, наверное, на этом закончу. Потому что премного всех благодарю за... Да, походу это не конец, за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Если что, можете подписаться на группу ВКонтакте, Телеграм-канал. Есть еще Бусти. Там много всего интересного. Лайв-формат, подкастики. Ну и как-то так. Господи, во что я вляпался? Я даже представить не могу теперь.
А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.